Ее способности, проверенные многочисленными экспериментами, признаны неоспоримыми. Вот уже 23 года Мария Дюваль делает правдивые предсказания. Среди них Чернобыльская авария, война в Чечне, проблемы Билла Клинтона, трагические наводнения и землетрясения. Она помогает врачам и полиции в поиске исчезнувших людей. Бизнесмены, банкиры, политики разных стран мечтают получить ее прогноз. И в довершение ко всему, она пока единственный медиум, удостоившийся аудиенции папы Иоанна Павла II. Наших же скептически настроенных журналистов она покорила признанием. «Дар, которым я обладаю, — сказала она, — есть у каждого». В подтверждение представила свою книгу «Как стать ясновидящим», которая, кстати, скоро будет переведена на русский. Результат прогноза нашим политикам таков. Владимир Путин на данном историческом этапе — человек судьбы. Впрочем, чести получить прогноз в этот вечер удостоились многие. Все с научной мне рассказала. Сочетание звезд, моментов моих, я не знаю, успеха карьеры в определенные какие-то периоды, определенные периоды, что будет мешать этому. То есть у нас получил такой как бы деловой разговор, который мне очень понравился. Мария Дюваль обещает осчастливить и каждого россиянина. Если вы успеете переслать ей купон, напечатанный во многих популярных газетах, то получите, причем бесплатно, вот такой талисман, приносящий богатство и удачу. Я с удовольствием вам представляю нашу французскую гостью, известную предсказательностью, Марию Дюваль. Доброе утро. Бонжур. Бонжур. Что побудило вас приехать в Россию? Я приехал в Россию с огромным удовольствием. У меня в Париже много русских знакомых, и с огромной радостью я воспользовался возможностью приехать в Россию. А какое будущее ожидает Россия? В ближайшие годы России предстоят трудные, будут трудные годы, но я уверена в том, что она преодолеет эти трудности, справится с ними и станет победительницей. Когда в России начнется повышение уровня жизни? Я считаю, что 3 ближайших года будут очень трудными. Россиянам нужно пойти на новые жертвы, которые потом окупятся. Таким образом, эти ближайшие 3 года будут очень сложными. А какие это будут жертвы? Я имею в виду жертвы. Вы видите, это тахо des efforts. Вы видите, это карта усилий. Mais c'est le tarot des efforts qui vont être payants. Но те усилия, которые окупятся, вознаградятся. Donc vous avez une année pas très facile. Это означает, что вас ждет не очень легкий год. Mais au bout du tunnel, il y a la lumière. Но в конце туннеля есть свет. Я знаю, что у вас есть свои магические слова о каждом знаке зодиака. Расскажите, пожалуйста, об этом. Авен. Потребуется предпринимать усилия для реализации в жизни более крупных изменений. Телец. Есть вероятность принятия новых решений, а также предполагается любовь и страсть. Еще раз выражаю полную уверенность, что эта карта принесет вам счастье. У меня первое впечатление – это любовь к русскому народу. Я хочу этот шарфик подарить ведущей в дополнение к моему талисману.